Вот сегодня у нас среда, четвертая. Вот наши поехали встречать поехали нормально, как будто бы, но оказалось, дорогой какая-то там оказия у них. Вот машина сейчас вышла, не нащупаю, где они там идут. Вот она, машина идет, коров гонят как раз. Видите, как интересно, наши здесь и вышли встречать. Это Галиндухин едет со своей маленькой паствой. Завтра женщины должны приехать, послезавтра с Татарстана. То есть подряд все дни будут приезжать. Вот представьте, как в деревне все интересно. В городе ничего нет, даже заснять нечего. Ну, ходить там чужие где-то дома. А здесь живые, все свои родные, близкие. Кто тут гонит? Посмотрите, кто там гонит. Анфиса гонит. Кто? Анфиса. Анфиса, о. Ну, где там машина-то? Она, вот она, выходит. Так, вы мне застили все. Дорогу дайте им. Они пройдут. Вот она, машина идет. Алексей пересадил на свою машину. Так, покажите ему рукой, чтобы сюда заезжал. Только от меня отойди, потому что все ручные все. Так, уходи. Все. Давай, давай. Проезжайте, проезжайте. Машет рукой. О. Давай, снимай там. С той стороны заходи. Ну, не та, так другая беда. Ну, Игнатий Тихонович. Ну, спаси, Христос, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. О, проходите. Вот они, наши друзья, приехали. А вы как узнали, что у них дорога сломалась, машина? Володя позвонил. Ага. Мы их тянули, дотянули, там оставили. Сейчас поедут за ней, все. А что, тянули, да? Ну они, это, приедут потом. Да. Так, давай, дай вот сюда куда-нибудь на асфальт. Они вообще прям это... Экипированные. Да, по полной программе. Алексей, договорились, кто поедет за машиной-то? Да, все, да. Без нас там обойдутся. Понятно. Так. Владимир, мужское население сразу туда, женское сюда. Забирай ее. Готовьте обед и сразу на завтрак. Ох, они как, и руки в карман. Спасибо, Христос. Давайте, а как, со Богом увидимся. Давайте. Все, это, Нестор, давайте, дядя Володя, ведите туда. Давайте. Дядя Вова, мы с тобой. Так, Оля, так, ты здесь. Ну, кто? Я заберу девочку сюда. А мальчика туда уводи. Только на матрасы. Слушай, Владимир, сегодня надеть там эти целлофановые мешочки. Ага. Ага. Потому что мало ли что, это ребенок уставший. Да. Так, все, заводите детей туда, приготавливайте обедать. Так, что надо внести? Все, проходите. Все, мы пошли. Мальчиков сначала проведи туда. Пусть они посмотрят, где будут. Куда пошли-то, куда? Вот отсюда заход. Отсюда вы заходите. Отсюда вы заходите. Да, я знаю. Да, они знают. Все, хлопцы, давайте. Идите туда. О, вот без нарушения, все, как положено, по чину. Все остальное, Марина, давай. Готовь, сейчас придут остальные обедать, завтракать. Ну, вот это ребята наши пошли. Вот что значит деревни. Вот воробей залетел, где под застреху. Вот он ловит. А в деревне, в городе еще не видит такая.
автобус чужой. Здесь все свое. Машина застряла, свои. Там позвонили. Володя сейчас приедет. Ну ладно, на это. Не надо и голубям слазить, посмотреть сейчас. То утро засуетились.